Добрый день, наши дорогие слушатели, читатели, почитатели канала «Континент ТВ Медиа Групп». Сегодня в нашей очередной передаче «На троих» мы поговорим о событиях сегодняшнего и вчерашнего дней. Начнем мы, конечно, с заседания комиссии по надзору, с выступления ближайшего друга и соратника Хантера Байдена Девона Арчера. И, конечно, затронем обвинения, новые обвинения, четыре новых обвинения, которые были предъявлены сегодня уже во вторник, 1 августа, президенту Дональду Трампу. Итак, сегодня с вами Лена Пригова, Микс Хок и я, Игорь Туфельд. Добрый вечер. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Вы знаете, мы решили вот так вот сегодня вечером собраться, потому что событий много. Чего откладывать, собственно, в долгий ящик, когда можно сегодня это все обсудить? То, что произошло 31 июля, в день моего дня рождения, спасибо, кстати, всем, кто меня поздравил, потому что я была очень тронута всеми пожеланиями наших зрителей. Действительно очень приятно. Обычно критика такая, знаете, жестокая, жесткая. А тут поток любви. Я вам возвращаю этот любовь со всем потоком. Спасибо вам, дорогие. Так вот, 31 июля, 4 часа за закрытыми дверями слушали показания Девона Арчера. Что там было, мы толком не знаем. Мы толком не знаем, потому что пока что транскрипт еще не опубликован. Говорят, он будет к концу недели, может быть, раньше. Первым, кто мгновенно вышел и сказал, что ж там происходит, был Дэн Голдман, демократ. И ему нужно было сразу же поставить точки над «и», и он понес такую пургу и такую чушь, что, честно говоря, вменяемый человек, нормальный, здоровый, посмотрел бы как на этот образец совершенно больного человека, который выходит и дает сразу интервью всем левым газетам. И в интервью он говорит, что да, Хантер Байден звонил папе. Дальше пауза, и они говорили о погоде. Вы понимаете, и ты понимаешь, что или Дэн Голдман не совсем в себе, или же ты не понимаешь, что, представьте себе картину, встает взрослый человек, какой-то CEO какого-то большой фирмы, и говорит, извините, я папе позвоню или маме позвоню. Я очень интересуюсь, какая там у них погода. И вот этот абсурд, который запускается у нас из театра абсурда, тот, который у нас происходит на протяжении последнего времени, он заставляет аксесть, знаете, как говорится, репу почесать, потому что по-другому я не понимаю, как можно отреагировать на эти слова. Но вместе с тем, да, он звонил папе, чтобы о погоде поговорить. Только единственное, что об этой погоде слышали еще его коллеги, извини, и при этом, когда он говорил о погоде, он требовал почему-то снятия Шокина. Это так, погода. Проверял погоду в Украине политическую. Да, Игорь. Вообще в этой ситуации мне представляется такая картина, что вообще человек хочет спросить у папы о погоде, ну хорошо, пускай спрашивает, но зачем же нужно ставить на громкую связь этот разговор в присутствии его как бы коллег по бизнесу во время заключения какого-то договора? Это первый вопрос. Второе, в отношении погоды, в оправдании, кстати, Дана Голдмана, я должен сказать, что... В Советском Союзе еще в моем детстве была такая игра «тепло или холодно?» «Горячо». Но это тоже, в принципе, можно там. Ты знаешь, папа, нам нужно сделать какой-то заказ на... Байден спрашивает, на 10? Тепло. 15? Горячее. 30? Да. И снять надо человека, который занимается... Кого? Прокурора теплее, от того, который занимается буризмой, еще теплее, Шокина, да, горячо. Вот о чем, собственно говоря, не разговор о погоде.
Вообще, кроме всего прочего, даже если никто не знал, кто такой Хантер Байден, вот встретились с ним люди. И он говорит, мне сейчас нужно во время, в середине переговоров, мне нужно сейчас папе позвонить. А кто у нас папа? А папа у нас вице-президент Соединенных Штатов. А зачем папе звонить? Ну как, по громкой связи узнать, какая там погода. Как должны реагировать бизнесмены. Вообще мне напоминает сцену из фильма «Обыкновенное чудо», когда Миронов приглашает Купченко в амбар. И говорит, ну, придете? Она отказывается. Он говорит, не слушает ничего. Ну что, придете? Она говорит, я своему мужу расскажу. А кто у нас муж? Волшебник. Предупреждать надо. Но вот здесь тоже, а кто у нас папа? Вице-президент. Предупреждать надо. Так не плачь, Микс. Нет, ну просто дозы. Я не могу уже, понимаете, потому что я и сам, извините, ржу как конь со всего происходящего. Тут вы еще юмора добавляете, у меня уже просто все уже. Ну, а ты хочешь, как это всерьез можно воспринимать? Нет, так я же говорю, а как можно тут не плакать? Ну, уже все, уже нет просто никаких сил, просто чтобы... Потому что нет, ну... А, понимаешь, вот действительно мы наблюдаем какое-то вот какую-то клоунаду просто. И это даже, это с одной стороны смешно, с другой стороны ты тут смотришь на них и думаешь, а за кого вы вообще людей держите? Вы действительно считаете, что у вас все, кто вас слушает, все, кто на вас смотрит, они какие-то вот просто клинические идиоты именно в медицинском смысле? Что они вообще не в состоянии 2 и 2 сложить, не в состоянии просто вот услышать и понять какие-то смыслы слов. То есть на кого рассчитаны эти реплики, на кого рассчитаны эти тексты все? Это, ну, как какой-то стендап-комики, понимаешь? Они выходят и заведомо несут какую-то ахинею, чтобы все вокруг смеялись. Только это вроде как серьезные люди, и говорят они вроде как о серьезных вещах. На взрослом, серьезном уровне. Это не детский сад и не пионерский лагерь. И вот от этого действительно, вот, вроде да, смешно. Но потом начинаешь думать, и думаешь, за кого же они всех держат-то нас? Я расскажу, за кого они всех держат. Они всех держат. Они шантажируют. Это уже сказал, собственно, Комер. Вот тот самый Комер, который там тоже присутствовал, который глава комитета по надзору. Он сказал, что то, что происходило там, и то, что они услышали, это эффект взорвавшейся бомбы. Бомбшелл. Потому что за 2 дня не один раз за выходные шантажировали Арчера, Девона Арчера, 2 раза, что само по себе уже неслыханно. Его предупреждали, его шантажируют постоянно, потому что он вынужден был скрываться. Он вынужден был скрываться со своей семьей. В том, в чем он виноват, он виноват. Он будет отсиживать свой срок, хотя и срок ему дали весьма маленький, зато 60 миллионов, которые он себе присвоил, ограбив индейское племя. Но зря, он себе карму подпортил, индейцы этого и не простят. Это во-первых. И даже во-вторых, и в-третьих. Что еще в этой ситуации весьма показательно и говорит уже не об Арчере, а говорит о Байдене-младшем. Они были друзьями и партнерами. И получил вот эту красную карточку в виде срока благодаря тому, что Байдены за него не заступились. Как вы считаете, если Байдены его прокинули даже здесь, просто по-дружески так взяли и прокинули, говоря языком, который в этом обществе употребляется, то у него, естественно, злость есть и зуб. Вот он его и оттачивает. Он говорит то, что он знает, и он дает показания. Его за язык никто не тянул, он сам дает эти показания. Эти показания, в общем-то, говорят о том, что лжет постоянно Байден. Байден-младший. Лжет Байден-старший. Я уже вчера говорила об этом с Палантом, повторю еще раз. Они лгали под присягой. Я говорю о Хантере, не о Хантере, даже Байдене. Я говорю об отце Байдене. Да. Потому что каждый раз, когда он говорил, и каждый раз, когда он говорит, я понятия не имею, и каждый раз, когда он, президент, давал клятву
я напомню, когда. 20 января. 20 января 2021 года он давал эту клятву защищать страну. Он лжет и использует свое положение для того, чтобы вытереть ноги о страну, которой он является сейчас президентом. И это постоянно, с 2014 года, и до этого было еще что-то, и еще что-то, и еще что-то. Список очень длинный. Когда человек использует свое положение и свое имя только для того, чтобы заработать деньги. Дальше задают вопрос, а где же концы, где же эти деньги? Покажите мне, кто что. Там такая длинная цепочка вот этих фирм, которые пооткрывали. Это работать и работать. Всегда можно найти. Можно найти на Кипре, можно найти на Мальдивах, офшоры можно найти. Было бы желание. Желание у республиканцев есть, но это все не делается быстро, в течение одного дня по мановению палочки. Мы будем ждать полного транскрипта. Потому что я уверена, когда появится этот транскрипт того, о чем говорил, тогда вот та погода, о которой говорит Голдман, покажется очень хорошими еще только ягодками по сравнению с теми цветочками, которые мы увидим. Погода явно испортится. Лен, тут видишь, я говорил в прошлой нашей вот программе неделю назад как раз именно о том, что вот семейство Байдена с Арчером вот так как раз и поступило. И это на самом деле такой синдром Шуры Балаганова, да, который там с колоссальной суммой в кармане полез в чужой карман за кошельком. И вот это вот... Это на самом деле говорит, мне кажется, это важно, это говорит об уровне, вот ментальном уровне семейства Байденов, который уже забравшись выше некуда, потому что ну, уже там он был вице-президентом на тот момент, да, когда на момент осуждения Арчера Трамп был президентом, это, по-моему, при Трампе было, но тем не менее, да, у него были все связи, все доходы, все что угодно. И вот имея это все... они рискнули всем этим, просто не пожелав как-то человека откупить, как-то его вытащить из этой ситуации, своего же подельника, того, кто, в общем, был в курсе, и не подумать о том, что он их мог просто заложить, а он же говорить давно начал, просто сейчас начали слушать, а говорить-то он начал уже давненько. То есть это вот говорит о том, с людьми какого уровня мы имеем вообще дело. То есть, ладно, они там, да, воруют, берут взятки, все понятно, это уже такой вот, как бы, да, это вот люди, которые этим занимаются. Но они, у них еще и не хватает мозгов на то, чтобы просто себя прикрыть и чтобы хотя бы просто своих же подельников как-то поддержать и обеспечить их так, чтобы они, по крайней мере, не могли стать источником информации про них же. И вот это, конечно... Ну, само по себе уже очень, понимаешь, даже мафия своих покрывает. Как же, Микс, не хотели поддержать, еще как хотели поддержать. Отправили же ему из Министерства юстиции запрос на то, чтобы судья немедленно призвал его к отбыванию уголовного наказания в количестве 1 года и 1 дня в субботу. И, кстати говоря, если бы до слушаний Арчер появился бы в тюрьме, то здесь надо пояснить, что в таких преступлениях, которые не считаются насильственными и не несут угрозу обществу, приговор выносится в зале суда и оглашается, что человек должен прибыть в пункт своего заключения по повестке, которую он получит. То есть это может быть и месяц, и 2, и 3, и 1/2 года. Но там как... есть деталь одна, Игорь, там есть одна деталь, к сожалению. Это издали письмо, написали адвокаты, и они подтвердили о том, что Девон Арчер должен будет начать отбывать свой срок после показаний в Конгрессе. После, не раньше. Я понимаю, что это не оправдывает их. Но он сам сказал, что на него никто не оказывал такого давления. Я понимаю, что он может быть запуган.
Я понимаю все, что угодно, потому что человек, который скрывался и скрывается, и который говорит о том, что он опасается за свою жизнь и жизнь своих близких, естественно, он может скрываться. И вот, вот то, что сейчас написали вчера его адвокаты, передали миру, то вызывает тоже вопросы. Точно так же, как мне сегодня понравилось то, что сказал Комер, что Девон Арчер оказывали давление, и вот эти люди, с которыми он все время общался, сами по себе были очень нехорошими людьми. Они сами по себе, эти люди, через которых он делал свои гешефты, свои дела, они сами по себе преступники фактически, и так оно и есть, которые скрываются. Еще не говорили там они о российских контактах, о российских связях, и потом огромных инвестициях после 3,5 миллионов, заплаченных Батуриной. Огромные инвестиции российские появились. И как сказал Комер, что мы продолжаем привлекать новых сотрудников для работы именно с банковскими счетами. Продолжаем двигаться вперед, и доказательства будут продолжать накапливаться, и это будет снежный ком. Вот это то заключение, которое сделал сегодня председатель вот этой палаты по надзору Комер. Я думаю, да, что это будет, будем ждать и будем, как говорится, будем посмотреть. Да, но я здесь хотел сказать несколько другое, я с тобой абсолютно согласен. Просто дело в том, что именно по причине того, что он должен был давать показания в понедельник, в субботу Министерство юстиции направило письмо судье с требованием немедленной явки Арчера в тюрьму, где он должен проходить отбывание своего наказания. А если бы это произошло, то во время его пребывания в тюрьме он не мог бы дать показания. А сейчас как раз все пошло наоборот. До тех пор, пока он не закончит давать показания в Конгрессе, не только в Комитете по надзору, и в юридическом комитете, его не имеют права отправить в тюрьму. То есть таким образом у него появилась автоматическая отсрочка. И это, мне кажется, тоже достаточно важно в этой ситуации. А потом придет Трамп и его помилуют. Ну, посмотрим. Потому что здесь действительно, на самом деле, тут можно проанализировать, потому что уже и Кевин Маккарти, и Джеймс Комер, и Джим Джордан сказали, что у них есть достаточно материала для того, чтобы начать расследование об импичменте. И если начать процесс импичмента, и если они начнут его официально, то тогда у них будет доступ к еще большему количеству документов, еще большему количеству доказательств. И кроме всего, в этой ситуации наверняка Арчер, Девон Арчер, будет одним из главных свидетелей всего этого процесса. Так что действительно можно дотянуть и до 2024 года, до ноября месяца. Да, это, кстати говоря, достаточно хороший такой бумеранг может получиться, да, потому что Дема ведь пытались играть в эту игру, давайте устроим Трампу импичмент накануне выборов. Но вот сейчас может все получиться так, что они это получат, но только не какой-то спецоперацией, а именно естественным закономерным путем просто пойдет процесс по фактам реальных преступлений, которые мы сейчас наблюдаем. Но мне хотелось бы, вот, кстати, еще какой вопрос задать, и он не вам. Он немножко уже из другой области. Рент наш пол объявил, что привлекает к уголовной ответственности доктора одного, который у нас возглавлял медицинскую службу в Соединенных Штатах, которого нельзя называть как Волан-де-Морта, во избежание каких-то вмешательств в процесс жизни канала. Что он привлекает? Доктор Фауст. Да, доктора Фауста собираются привлечь к уголовной ответственности с формулировкой преступления против человечности. Как вы считаете, пройдет ли это куда-то и будет ли какой-то ход этому делу, или это все опять просто так вот и зависнет в процессе? Потому что мы знаем, что он, ну, Рэнд Пол, он достаточно агрессивно допрашивал этого господина, он, в общем, из него выколачивал, он его тоже ловил на вранках постоянно, когда тот пытался юлить, крутить там, вот так вот, путаясь в показаниях. Будет ли этому ход
этому делу. Ну, я уверена, что третья степень... Кроме всего прочего, Рэнд Пол врач. Я просто, мне кажется, что это да, тоже... Да, да, конечно. Лена, извини. Мы не можем с тобой просто одновременно говорить, но мы находимся... Я хочу объяснить нашим зрителям. Мы находимся в разных концах Соединенных Штатов. И как бы, когда в студии мы вместе, в одной, допустим, бы сидели, мы видели по движениям, как бы могли сориентироваться. В данном случае мы не перебиваем, мы просто пытаемся как да. бы начать, но так бывает, извините. Это технические чисто гэпы такие бывают. Я уверена, что это никуда не пойдет. Я уверена, потому что, исходя из того, что они поменяли Валенский на другую даму, и эта дама уже говорит о новом всплеске ожидаемом. Значит, вот такие дамы и такие фаусты, они всегда будут востребованы. Потому что, если вы помните, у нас ситуация примерно такая же, которая была в 19-20 годах. Примерно то же самое. И это уже старая отыгранная ситуация. И я думаю, что Рэнд Пол, что бы там ни говорил как врач, найдется еще десяток врачей, которые скажут абсолютно другое. Поэтому я предлагаю эту тему пока не начинать, потому что эта тема настолько скользкая для нас особенно, для нас, подчеркиваю, нас очень любят те, кто любят проверять наличие фактов. Поэтому мы тоже любим проверять наличие фактов. Поэтому факт, да, существует. Рэнд Пол задал такой вопрос. Рэнд Пол готов. Я не уверена, что Рэнда Пола поддержат даже его же все абсолютно однопартийцы. Хотелось бы единства именно в этой ситуации, но пока что говорить о единстве не приходится. Я думаю, что надо сосредоточиться сейчас на главной теме, которая напрямую связана с тем, что произошло вчера. Именно сегодня прокурор Смит выдвинул обвинение Трампа. Если вы хотите проверить, что говорила пресса по поводу вчерашнего заседания и дачи показаний, то вы практически не найдете ничего. Ну, разве что вот то, что сказал демократический представитель о погоде в разговоре между папой и сыном. Вот это вы увидите. Все остальное как бы старается игнорировать наша пресса. Зато вот то сообщение, которое появилось сейчас, во второй половине дня, с разницей в 5-10 минут, опубликовали абсолютно все левые средства массовой информации. Все 92 СМИ, которые у нас есть. Они все левые. Все абсолютно, практически одинаковые названия – и практически то, что спецпрокурор обвинил Трампа в участии в 3 заговорах. Итого уже 6 заговоров. И, естественно, там идет 6 января. Естественно, там вспоминается то, что уже давно опровергнуто. Но оно будет вспоминаться, вспоминаться и вспоминаться. Потому что, когда тебе пытаются... Четко сказать, вот тебе показывают белое, говорят, это черное, это черное, это черное. И ты уже не понимаешь, какого это цвета. И вот точно так работает пропаганда. Точно так. И когда ты понимаешь, как работает пропаганда, и что его обвиняют в восстании 6 января, которое самое-самое-самое-самое страшное за всю историю, когда Гарланд предлагает назначить Смита специальным советником, через несколько дней после того, что Трамп объявил о том, что баллотируется на пост президента, и ты понимаешь, что в этих делах не бывает никаких абсолютно совпадений, и Чак Шумер сегодня, он лидер большинства в Сенате, и Хаким Джеффрис, такой вот наш, я Хакима Джеффриса знаю лично и хорошо помню, как он себя вел. И в 2014 году он себя вел неплохо. Он пошел лоббировать интересы Украины. А потом вот это все, чем он
отличился с хорошей стороны. Дальше это амбициозный либерал. Так вот, Чак Шумер сегодня заявили совместно в Палате представителей. Чак Шумер лидер большинства, тоже Нью-Йорк. Тоже Нью-Йорк, и второй тоже из Нью-Йорка. Зачитываю третье обвинительное заключение господина Трампа с шокирующими подробностями. Иллюстрирует, что насилие в тот день стало кульминацией многомесячного преступного заговора во главе с бывшим президентом, чтобы бросить вызов демократии и свергнуть волю американского народа. Это обвинение является самым серьезным и самым последовательным на сегодняшний день и будет служить суровым напоминанием поколениям американцев о том, что никто, включая президента Соединенных Штатов, не может быть выше закона. Но здесь еще есть несколько вещей, которые я хотел бы добавить. Во-первых, у Трампа не было таких намерений захватить власть и не отдавать ее, потому что на самом деле, будучи президентом, он мог использовать силовые структуры для того, чтобы проверить те спорные пункты, избирательные пункты, в которых были замечены какие-то оплошности, скажем так. Это первое, как это уже было в истории Соединенных Штатов в 1867 году, когда президент Хейс, который не был согласен с выборами, поступил именно так. И никто его не называл ни тираном, ни нарушителем демократических норм Соединенных Штатов Америки. Он действовал в соответствии с Конституцией Соединенных Штатов. Далее, говорить о том, что это запланированный заговор, который длился в течение многих лет, это вообще просто пустые слова, которые нет никаких оснований, нет никаких доказательств. На самом деле, четыре пункта обвинения гласят о том, что первое – это заговор для обмана Соединенных Штатов Америки. Вообще непонятно, какой заговор, какой обман. 6 января, чем оно закончилось? Второй пункт обвинения. Заговор с целью предотвращения официальной процедуры. Какая официальная процедура? Видимо, 6 января, когда Майк Пенс должен был ратифицировать электоральные голоса. И в тот момент были возражения со стороны представителей республиканской партии. Том Круз возражал, а еще Мэтт Гейтс и Джош Холли. И, по-моему, еще кто-то. Но дело не в этом. На самом деле, на этом пункте я бы хотел остановиться отдельно. Кому было выгодно 6 января в виде восстания, как его представляют сейчас? На самом деле, в Конституции Соединенных Штатов есть такой пункт, который гласит о том, что если во время ратификации голосов, электоральных голосов 6 января есть возражения со стороны одного конгрессмена и одного сенатора, то тогда это выносится на прения в Сенате, в совместном заседании. И это то, чего не хотели допустить демократы. То есть этим, возможно, и объясняется то, почему Нэнси Пелози отказалась от просьбы Трампа и Митча МакКоннелла, лидера большинства в Сенате на тот момент, на призыв дополнительных сил Народной гвардии в Вашингтон. Это первая причина. И, по-моему, вполне достаточно веская. Я думаю, что адвокаты Трампа будут использовать ее во время заседания. Третий пункт обвинения – это препятствие к официальным процедурам. Опять, ну, практически то же самое. Если предыдущее был заговор, теперь препятствие. И третий – заговор против прав. Не указано прав человека, вот так и написано: conspiracy against rights. Что это такое, это вообще как бы здесь я бы даже и не пытался бы расшифровать. Но пойдем дальше. На самом деле, когда было совершено заключение, вернее, было выдано заключение о смерти Джорджа Флойда, по всей стране призывали к мести, именно к мести, что на самом деле привело к многочисленным жертвам, грабежам, к мародерству, к увечьям, к ранениям, тяжелым при том, к захвату полицейских участков, к убийству полицейских. Это
Вообще никто даже не обсуждает о том, что кого-то нужно привлечь к закону. Когда упомянутый тобой, Лена, глава большинства в Сенате Чак Шумер, сенатор от штата Нью-Йорк, перед зданием Верховного суда говорил о том, что судья Кавано ответит за то, что он голосовал за отмену этого закона об абортах. И после этого на судью Кавано было совершено преступление, покушение, которое было предотвращено благодаря охране, которая стояла около его дома. Никто даже не говорит о том, что Шумер инициировал все эти волнения и спровоцировал, называя имя человека, который проголосовал за отмену этого закона. И последнее. Здесь, мне кажется, очень важно, что существует определенный алгоритм. Причем это крайне-крайне важно, чтобы отметили наши слушатели, и не только наши слушатели, вообще, чтобы об этом знал как можно больше народу. Поэтому даже если вы не смотрите всю нашу программу, но услышали хотя бы этот кусок, пожалуйста, расскажите его своим друзьям. Так вот, 7 июня произошло то, что впервые в комиссии по надзору Кристофер Рей, директор ФБР, представил форму 1023, в которой появилась информация о том, что Хантер Байден и его отец Джо Байден, будучи вице-президентом, получили сумму в размере 15 миллионов долларов. Это было 7 июня. На следующий день, 8 июня, Трампу были предъявлены первые федеральные обвинения тем же самым Джеком Смитом. Далее. 26 июня Хантер был в суде, где судья Нарейко отклонила предварительное соглашение с прокуратурой Делавера. На следующий день, 27 июня... Июля, ты сказал июня. Июля. На следующий день, 27 июля, Джек Смит заявляет о том, что Трампу предъявлены еще три обвинения. 31 июля Дэвин Арчер дает показания в комитете по надзору. И сегодня, как по мгновению волшебной палочки, присяжные заседатели, которые тянули все это вот в течение почти недели, они заседали и не принимали никакого решения. Вынесли, наконец, вот высидели 4 дополнительных обвинения Трампу. И последнее в этой ситуации, мне тоже кажется очень важным, что почему, собственно говоря, через 2,5 года после 1 января уже были заседания, уже были слушания комитетов, в которых принимали участие наши бывшие республиканцы, конгрессмен Чейни, Лиз Чейни и конгрессмен Киссингер. И все равно после этого они никаких выводов не сделали, ничего не передали. И после этого только в конце июля вдруг раздается голос Джека Смита. Сегодня вы так, а мы вам вот так. А вы сегодня так, а мы вам вот так. Вот теперь ждем следующих заседаний, следующих обвинений. Уже на очереди Джорджия. Джорджия на очереди. Там еще есть одна маленькая деталь. Вот мы с тобой как раз перед самой записью сказали. Там Таня Чоткан опять возникла. Это вот та самая Таня Чоткан, которая судья. Она мулатка такая, симпатичная, очень похожа на очень знакомые лица, которые у нас есть в Конгрессе, и не только в Конгрессе. Она очень непримирима. Она из Washington DC, округа Колумбия. Это означает, что там нет, вот точно так же, как в Нью-Йорке, нет ни одного правого присяжного. Там вообще их нет просто. Там все либералы и демократы. Значит, первое, что назначена она именно судьей по делу, первое, что должны сделать и требовать адвокаты Трампа, переноса слушаний. Я
Хотел просто еще сказать, добавить к тому, что сказал Игорь. То, во-первых, мы видим совершенно явно, что все эти слушания, так называемые обвинения, которые выдвигаются Трампу, во-первых, они действительно призваны. Исключительно цель у них – это отвлечь внимание от того, что на самом деле происходит. А формулировки, ну, вы же помните, друзья мои, конечно, формулировка первого импичмента, так называемого, неудавшегося Дональду Трампу, когда одно из обвинений было препятствие работе Конгресса. При том, что по системе сдержек и противовесов это, в общем, так и должно быть. Там Конгресс как-то бодается, ну, исполнительная власть бодается с законодательной, и это создает вот этот вот баланс. То есть у них все время какие-то очень кривые формулировки. И это тоже, кстати говоря, один из таких моментов, достаточно настораживающих, потому что, ну, им настолько нечего предъявить, у них настолько ничего нет, пугающе ничего нет. Я уже говорил об этом не один раз, что меня вообще пугает, что человеку, который всю жизнь занимался строительным бизнесом, вообще нечего предъявить, понимаете? То есть они ничего не могут нарыть на этого Трампа. Они там землю роют толпой в несколько сот человек годами уже теперь, и они ничего не могут на него выкопать реального, им приходится высасывать. То есть такое ощущение, что какой-то святой спустился с небес на землю, что вообще ничего на него не найти. Я думаю, что на меня можно больше найти, чем они нашли на Трампа, понимаешь? Ты знаешь, что, Микс, мне это напоминает фразу из советской кинокомедии. У вас на стройке несчастные случаи были? Нет. Операция «И». Будут. Будут. То есть, кстати, настолько это просто, понимаешь, сейчас закончу, что они действительно, вот им приходится вот буквально высасывать из пальца какие-то нелепости, чтобы это хотя бы выглядело как-то солидно, чтобы можно было сказать столько-то пунктов обвинения. Вы же помните, сколько их там было? 38 пунктов, которые все заключались, в общем, в одном пункте, который просто был расписан там, что вас столько-то сделал это, и потом еще вас столько-то это сделал, и вас столько-то, и вас столько-то это сделал. И вот это получилось 38 пунктов, 37. Хотя речь шла вообще, или 37, не суть важно, да. Но суть в том, что, да, все было об одном. Все эти пункты были фактически о чем-то одном. И здесь тоже происходит такая какая-то просто... Так, ну, они такие креативят реально. Там сидят такие кряклы, которые просто что-то такое... О чем как бы нам выдумать? Что бы такое создать? И вот они там сидят и креативят какие-то нелепые обвинения, какие-то стрёмные формулировки. Главное, чтобы никто ничего не понял. Вот, Игорь, ты же тоже говоришь, да, я вот вообще не понимаю, что имелось в виду. Вот это как раз цель. Придумать такие формулировки, чтобы никто ничего не понял, но чтобы все только знали, там что-то какая-то куча обвинений Трампу, там что-то какой-то прям беда прям с этими, там столько пунктов вообще, что прям больше, чем звезд на американском флаге этих пунктов. Вот зачем все это делается на самом деле. На самом деле, честно говоря, вся эта ситуация, она настолько некрасивая, ну это я говорю мягко говоря, некрасивая, потому что они продолжают нарратив, а вот о том, что произошло, это самое большое преступление в истории. Я не называю ни число, мы все знаем, какого числа, мы все это знаем. Они продолжают этот нарратив и продолжают опираться на те показания, которые уже давно опровергнуты. Они не употребляют абсолютно слово FBI, ФБР, которое участвовало во всем этом. И такое имя, как Кристофер Рей, не употребляется. И Эпс, Рэй Эпс, не употребляются эти имена. Точно так же, как не употребляются имена тех полицейских, которые под присягой давали показания об избиениях. А тут вот мы видим кадры, где эти люди тихо, спокойно выходят, абсолютно здоровыми, абсолютно не побитыми, выходят из здания Капитолия. Мы видим эту ложь своими глазами, а тебе говорят нет. Будет так, как мы сказали. Что еще самое мерзкое в этой ситуации? То, что сегодня названы имена 6 так называемых подельников президента Трампа, которые способствовали тому, что произошло самое страшное событие в истории американской. Имена этих подельников, как сразу уже написала
Ну, я читаю самые такие громкие газеты под названием Washington Post, которые получили, кстати, свою Пулитцеровскую премию за освещение событий трехлетней давности, но они пока не давали вот эти данные по поводу русских следов Трампа, и никто не извинился, и никто Пулитцеровскую премию свою не отдал. Поэтому все остальное, как бы, вы же сами понимаете. Но шесть имен назвали. Имена первое стоит, это, конечно же, Руди Джулиани, подельник, Джон Истман, Синди Пауэлл, Джеффри Кларк. Я читаю, потому что на память не всегда помнишь. Кеннет Чесесборо. И последний политический консультант, которого пока не называют имя. Вы понимаете, что это называется чем? Это называется фашизмом, сталинизмом, был бы человек. И вот сейчас они оглашают имена и дальше начинают поиски фактического материала, который они будут осуждать. Но надо прежде всего вот этому спецпрокурору Смиту с такой фамилией хорошей, характерной, как удар такой по голове, он должен выдвинуть свои обвинения. Срочно, немедленно, быстро. На подготовку у него времени нет. Вчера состоялось признание, сегодня нужно осудить Трампа. И это будет продолжаться. Единственное, что все, о чем они говорят, и все эти осуждения, абсолютно не влияют на то, что Трамп может или не может принимать участие в предвыборной кампании. Он может принимать участие в предвыборной кампании. И каждый раз вот такой бросок со стороны прокуратуры повышает только рейтинги Трампа. Но тут есть одна оговорка, кстати, версия такая существует, ее сегодня несколько экспертов озвучили на разных каналах, на Фоксе, на Ньюсмаксе, о том, что это сделано для того, чтобы как раз лишить Трампа возможности участвовать в предвыборных митингах, потому что в соответствии с тремя разными обвинениями в разных городах он обязан присутствовать в зале суда. Это зависит от судей, кстати говоря. И если он будет присутствовать в зале суда, обязан присутствовать в зале суда во время судебных заседаний, то значит он не сможет принимать участие в предвыборной кампании своей собственной, естественно. Это первое. Второе в отношении Вашингтона. Просто есть цифры. Ты совершенно правильно заметила, Лена, что это полностью демократический город. Статистика говорит еще больше. Из всех зарегистрированных избирателей, имеющих право голосовать на всеамериканских выборах, то есть Конгресс, Сенат и президент, 77% демократы, а республиканцев всего 5%. И пару слов о судье Тане Чуткан. Она единственная из судей, которая по обвинениям, связанным 6 января, давала подсудимым большее наказание, чем того требовала прокуратура. Это тоже довольно характерно. Лена. Я хотела Миксу перекинуть мяч. А, так Микс, лови. в общем-то, вы по теме все сказали. Мне добавить нечего. У вас все так, все Ну, тогда правильно. заседание надо закрывать, Для потому что вишенки на торте. у тебя вишенки еще есть. Здесь Да. одни вишни сегодня. Ну, давай. Конечно, конечно. Вишенки на торте касаются чемпионата мира по футболу среди женщин. Кстати говоря, здесь я должен сказать, что нынешний чемпионат мира 9-й по счету. В 8 предыдущих чемпионатах сборная Соединенных Штатов добилась совершенно невероятных результатов. 4 раза они занимали первое место, 1 раз второе место и 3 раза третье место. То есть ниже третьего места они не опускались. Но вот после вчерашней игры со сборной Португалии, которую они, в общем, провели ниже своего уровня и ниже всяких похвал, если можно так выразиться, появилась такая шутка. Но, правда, вышли на второе место, они заняли подгруппу и вышли в 1/8 финала. Так вот, после этого появилась шутка, что Американская Федерация женского футбола ведет переговоры с ведущими звездами
футбола мирового, мужского, конкретно с Лионелом Месси, с Рональдо и с Нейром, в отношении того, чтобы те последовали процедурой гормональной по смене пола и уже в следующем чемпионате мира смогли бы поддержать сборную Соединенных Штатов Америки, женскую команду по футболу. Ну, это вообще замечательно все. Еще бы они учились гимн нормально выстаивать и не становиться на колени или не игнорировать. Потому что, с одной стороны, они стоят под американским флагом, а с другой стороны, они его настолько ненавидят. Ну, бывает у нас такое, бывает. Так что я думаю, что мы сегодня свою задачу выполнили. Мы сегодня на троих разобрали то, что происходит у нас вчера и сегодня. А потом мы посмотрим. Может, мы и чаще выходить будем. Потому что новости сейчас у нас как снежный ком. Каждый день по новости обсуждать, поверьте, будет о чем поговорить. Было бы у нас только время. В сутках 24 часа, и хочется еще немножко пожить вне политики. Я благодарю вас, коллеги, за то, что мы сегодня оперативно решили все это совершить, не откладывая на среду. В среду вы, само собой, это все увидите, и сегодня тоже. Поэтому заседание сегодняшнее закрыто. С вами был Микс Хок, Игорь Туфельд и я, Елена Прикова. Вы на канале «Континент», канале честных новостей и честного обсуждения фактов. Фантазии мы оставляем нашим коллегам. Всех благ. Всего хорошего. Заранее благодарим вас за лайки, комментарии и подписку на наш канал, а также за поддержку. Всего хорошего. Программа на троих. До новых встреч. Bye.